Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сборочке Моджангл. Вот, в прошлой серии мы отправились вот в такой вот данж. Мы его нашли еще в первой части, вот, и во второй мы отправились в этот данж. Насобирали много-много плюшек, вот, но я без съемок еще полазил в этом данже. Вон мои там эти точки телепортации стоят. Кстати, надо сделать вот так. Вот, насобирал я еще ту его кучу плюшек, то есть вот смотрите, даже вот такую вот перчатку нашел, нашел книгу, добыл алмазы, редстоуна, вот, и это круто, да. Вот, добыл также вот какую-то фигню, в общем, еще один энчант столик добыл, так, где-то у нас вот еще два у нас энчанта стоят, немножко читерно, конечно, но ладно. Что мы будем делать в этой серии, народ? А в этой серии мы будем все-таки строить себе дом. Да, кстати, я тут еще сделал такую лесенку. Давайте станем с собой. Вот так. Чтоб нам было лучше бегать. Так, вроде никаких тут мобов страшных нету. Да, кстати, народ, я вам говорю, что в следующей серии мы отправимся вон в тот данж. Это, оказывается, точно такой же данж, как и этот. Даже не точно такой же, а это этот же данж. Я уже в нем побывал, вот. Тут такая вот дырочка, я тут лазил. Вот. И вот у меня такой вопрос. Что будет, если... Давайте сейчас... Мы уже тут побывали в этом данже, из-за чего у нас там стоят спаунпоинты. Давайте мы это все дело закроем. Вот так. Потому что как-то сильно, чтобы меня не мучали эти инфриты. Давайте, вот у меня вопрос такой. Я сейчас сделаю себе... Так, железо, еще железо. Нужно еще железо. Ага, у меня его нету, да? У меня есть только такое. Ну ладно, давайте сделаем... Давайте пока что переплавим. Ух ты. Что это такое? Ага, алюминий. Давайте пока что переплавим вот такое вот железо. Так. И давайте в нашем... верстаке сделаем броньку. Я хочу проверить одну вещь. Ой-ой-ой, слизень. Кстати, я нашел уже еще такой вот меч интересный. Вот, кстати, а что мне за способности у слизня? Ага, ясно. Так, и сейчас вниз. Вот, нет, давайте, я тут еще, кстати, летучую мышку добыл. Точнее, не добыл, а стал ею. Вот, и я вот не знаю, как летать. Сейчас будем пробовать, в общем. Что мне бы похавать? Есть что-то такое похавать? Да, кстати, я тут еще также понаходил, понасобирал всякого мяса. Вот, в окружностях. Вон там вот. Вот сейчас я вылезу тут. Вот там вот я пособирал всякого мяса, походил. Нашел вон такой вот остров. Я не знаю, как летать, если честно. Вот я уже даже... Подпрыгиваю. Да нифига не получается. Мне кажется, тут надо что-то сделать. Наверное, броньку полную нужно сделать. Давайте сделаем еще себе броньку. Да нифига, я не могу летать. Странно. А почему? Я вот нажимаю двойной пробел. И нифига. Чё за... Бред. Я не могу летать. Так, это карта. Ясно. Понятно. Так, это не то. Что за бред? Ну, кстати, как выглядит летучая мышь? А, у меня нету. Ну вот, я нажимаю. Что за бред? Я не пойму. Ладно, давайте сейчас еще попробуем сделать себе нагрудник железный. Может, надо броню именно одного этого... Из одного материала, а у меня из нескольких. Нифига! Я не могу летать. Что за бред? А...
Окей. А ну-ка, еще раз. Давайте попробуем, знаете, сделать такой вот прыжок веры. Нифига, не летается. Что за бред? Может, тут надо без мяча? Хотя нет. Без мяча можно летать, вроде бы. Так, а ну-ка, давайте еще. Блин, я уже себе сет сделал. Железный. Нифига! Подождите, а может тут надо какие-то другие кнопки нажимать, чтобы взлететь? Так, и так, Galactic Craft, я так понял. А! А, о, Escape, вот. Так, это не то. Что за бред? Я не пойму. Так, дождь. Дождь начался. Блин, ладно. Окей, напишите в комментариях, народ, почему я не могу летать. Вот это вот меня очень сейчас сильно интересует. Вот, давайте назад станем с собой. Так, вот. Давайте сделаем, у меня есть парочку алмазиков. Давайте сделаем алмазную кирку. Уже, кстати, да, алмазная кирка, так быстро, кстати, добыл я ее. Так, у меня тут кое-что высветилось. Так, мне бы сейчас бы палочек найти бы, которых у меня одна штука. Надо еще палочки добыть. Даже топора нету. Твою дивизию. О, кстати, у меня таум-мотыга. Нифига себе. Я только заметил. Так, ладно. Давайте пошлите в лес, добудем сейчас себе дерево немножко. Так, 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 где тут ближайшее дерево? Вот, ближайшее дерево у нас. Где-то здесь и поселимся. Ух ты, что это такое? What the fuck? А уже? Да ладно. Стоп, что это такое? Подождите. А, это, стоп, это, скорее всего, из этого. Это зараженная, наверное, земля. По-моему. Или нет. Или фиг его знает. Или это дождь просто. Не, это скорее всего дождь, потому что тут такой вот земли очень много. Вот, смотрите. Это скорее всего из-за дождя. Да, это из-за дождя, вон. Но как бы вода такая. Видна. Ладно, неважно. Давайте сделаем так. Дождь отключим. Потому что из-за него у меня лаги. Вот. Потому что у меня из-за дождя сильные лаги. Извините, что пришлось мне, конечно, немножко счетерить. Но пока что это можно. Да. Вот. Потому что у меня с этим жуткие лаги, и я не могу ничего с этим поделать. Так, я шел за деревом. Во, как раз посмотрим, исчезнут эти лужи или нет. Так. Значит, давайте добудем дерево. Немножко. Так, 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 так. Я думаю, пока что столько достаточно. Так. Блин, если я сейчас упаду, я себе много. А! Во, все нормально. Окей, отлично. Без паники, все хорошо. Так, теперь вот так. Все, отлично. Так, делаем, значит, из ели доски. Так, ага, так, кирка у нас уже алмазная есть, давайте еще сделаем себе алмазный топор, чтобы было вообще шикарно. Так, и вот так, все. Так, это мы выложим, это тоже выложим. В общем, смотрите, давайте я вам даже покажу, что я все честно добывал, потому что это действительно... выглядит по читерному. Вот, сейчас я возьму еще похаваю что-нибудь. Вот так. Что это действительно выглядит по читерному, столько сразу предметов. Ну, давайте мы это посмотрим. Значит, я сейчас превращусь в человек, точнее, в моба с горящим пуканом. Вот, и мы
отправимся к маркеру 1. Вот, видите, тут очень много всякой ерунды, и тут лазит скелет. И зомби, очень много зомби. Кстати, ой, больно, это было больно. Ой, паучок, уйди, уйди, уйди. Вот, видите, народ, вот даже сундуки, которые здесь находятся, они пустые. Там, может, есть какие-то поодиночке сундуки, которые либо я не проверил, либо я не проверил, либо забыл просто, либо свои же вещи туда положил. Вот видите, все сундуки здесь проверены. Так, кстати, что-то действительно здесь много сундуков. Я уже давно играл. Так, да, вот, кстати, вот мои тут... Вот тут был сундук, я его забрал себе. Так, вот они тут, книжки были, энчан столик стоял. Так, зомби пошел вон. А он тут и так стоит. Давайте себе заберем вот эту вот штуку, бородавки заберем. И заберем еще себе вот этот камешек. Блин, мне не нравится вот этот дымок, который у меня идет из моего пукана. Так, вот это тоже мы забираем, потому что это я... Хотел забрать, но не забрал. Я вижу там инчен столик. Да. Так. Так. Ой-ой-ой, сколько тут скелетов-то. Вот он, да. Инчен столик еще один. Давайте его тоже заберем. Вот так-то лучше будет. Вот, кстати, я тут тоже рыл. Вся фигня. Так, давайте. Маркеры. Латас-дет телепортироваться. А тут инфрит, как всегда. А, ну мне ж не страшны эти. Всякие инфритовые штучки, да. Все. А, так, кстати, сколько я снимаю? Снимаю я уже 11 минут. Мы просто фигней какой-то страдаем. Так, давайте хотя бы уже начнем строить дом. Хотя бы фундамент заложим нашего будущего домика. Так, возьмем вот эту вот фигню. Так, выложим пока что это все вещи, которые у нас тут. Мы пособирали. Вот. Теперь давайте еще. Так, топор у меня есть, кирка есть. Добудем булыжника. Кстати, вот мне интересно, из мода Industrial Craft Бур. Как он делается? Надо будет посмотреть, как делается бур. Может, даже сейчас. Ну, не сейчас, конечно, а в следующей серии замутим бур. И где-нибудь рядышком залепим шахту. Большую-большую шахту с помощью этого бура. Вот. И я еще, может быть, установлю мод в эту сборочку. Ну, это, конечно, возможно. Мод, который добавит нам еще тоже много-много буров. Вот, и так далее. Так, значит, рубим наш булыжник. Ладно, я думаю, достаточно. И нам нужно еще пойти добыть... дерево. Блин, у меня лагает. Немножечко как бы так вроде бы подлагивает. Но в принципе, неважно. Это из-за мобов. Давайте лучше, чтобы мобы меньше спавнились, сделаем на легкую. Так мне будет лучше. Нет, вот эти, смотрите, не уходят, а ужатся. Странно. Так, либо они по такие поодиночке ужатся. Так, вот дерево срубили. Нам бы еще бы какую-нибудь бы штуку найти. Я знаю, на том острове, вот который вот там вот вверху, там есть всякие тоже мобы и блоки. Кстати, точно, пошлите на тот остров. Так, вот блин, если, вот напишите еще раз, ну еще раз повторяюсь, напишите в комментариях, почему я не могу летать. Я же вроде бы все как бы скрафтил, все нормально, но я летать не могу. Вот почему, я не знаю. Так, давайте еще чуть-чуть срубим дерево. Вот так. Все, достаточно, я думаю, мне будет дерево. Потому что, да, достаточно. Пошлите вниз, опять туда к нам. И потом отправимся на тот остров. Мне просто интересно, там есть такие блоки, слаймовые или как-то так называются блоки, синенькие такие. На них, короче, прыгать можно, на этих блоках. Так, давайте сделаем вот так. И давайте сделаем вот... Ага. Из этих...
Древесина Гвей. Окей. Значит, давайте сейчас опять же похаваем. Давайте сделаем так. У меня железо тут уже, наверное, переплавилось. Да, переплавилось. Давайте сейчас положим опять дождь. Вот давайте, народ, договоримся. Мы будем устанавливать в это, ну, то есть чистую погоду без дождя. Потому что у меня из-за этого жуткие лаги. Вот так. Это, конечно, выглядит по-читерному, но все же. Давайте мы так будем делать, потому что действительно лаги очень жесткие. На записи это, может быть, видно не будет, но в этом у меня это лаги очень сильные. Так, кстати, вот еще пещера. У нас вообще тут местечко классное. Столько лошадей. Ладно. Ой, паучок пошел вон. Пошел вон, паучок. Так, где-то там этот остров. Да, вот он прям над нами. Да, над нами этот остров. Вот он. Так. Ну что, погнали? Так. Потом, если что, это посрубываем. Все это дерево. Ух ты, какая лошадь красивая. Так. Надеюсь, мне хватит дерева, и мне не придется использовать еще булыжник вдобавок. Что-то еда как-то тоже быстро тратится. Только вроде поел, уже две еды потрачено. Два голода, точнее. Так. Да, вот там какие-то мобы неизведанные в этой карте. Так. Надеюсь, там что-то будет, какие-нибудь, может, сундучки. Кстати, можно будет осмотреть территорию и посмотреть, может, что-то найдем еще интересного. О, я уже близко. Отлично. Просто шикарно. Так. Ой. Так. Чуть-чуть в бок возьмем. Вот. Мы уже здесь. И вот он, этот слаймовый. Слайм, короче. Вот он, синенький такой. Так, где-то. Вот мой меч. Так. Ой. Так. Он что-то залип, этот смайл. И вот они, эти смайловые блоки, на которых можно прыгать. Так, а только с них вот выбраться не очень-то приятно. Точнее, выбираться с них не очень приятно. Так, давайте их поубиваем, этих смайлов. Тут вот лошадка застряла в этом блоке. Так, давайте попробуем как-то выбраться. Вот. Давайте все-таки добудем эти блоки. Они нам пригодятся, я так думаю. Где-нибудь, но пригодятся. Так. Так. Какие-то звуки странные. А, это лошадь. Давайте ее избавим от мучений. Не, я лошадку убивать не буду. Не хочу. Так. Так, вот. Еще бы этой воды добыть. Но я думаю, она мне не нужна. Ой-ой-ой, залагала у меня. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тут эта вот вода, она мешает очень сильно пробираться. По воде. Ой, вода помешает. Чё я несу вообще сегодня? Какой-то сегодня не такой. Да. Так. Давайте еще добудем этих блоков. Сколько вообще их у меня? 30 блоков уже аж. Нехило. Но я думаю, достаточно. И столько. Давайте осмотрим территорию. Может, что-то еще найдем интересненькое. Может, какие-нибудь там здания или замки. Я не знаю, давайте карту. Ой, что я сделал. Давайте карту врубим. Вот. Вроде бы ничего такого интересного здесь нету. Так. Еще вот эти вот деревья нужно срубать, и будет вообще шикарно. Так. Точнее, все, что от них есть. Все, по идее, сейчас должно тоже это дерево рушиться. Слайм. Так. Полегче, парень. Парень, полегче. И еще вот этого маленького мелкого дрища. Вот. Все, если вдруг нам что-то пригодится со слаймовых блоков,
Точнее, не со слаймовых, а с этих, как его называют? Со слизи, вот эта вот желатиновая слизь, то у нас будет много-много-много такой слизи. Вот, кстати, из этих тоже выпадает эта слизь. Я не знаю, может здесь какой-то внизу спавнер есть. Или что-то, может, такого. Может, не, я не хочу под себя рыть, потому что мало ли сейчас до дна дорою, и все, и мне хана. Так что я лучше спущусь. Кстати, сейчас, извините, народ. 20 минут уже снимаю, да. Я эту серию. Давайте до 25 и все. Сейчас как раз вот спустимся. И эта серия будет называться «Особо ничего нового», скорее всего. Вот так я ее назову. Потому что, ну что мы здесь сделали? Мы здесь ничего не сделали. Мы лишь попытались взлететь летучей мышкой. Вот. Потом попытались... что мы попытались сделать? Дошли до этого острова. Вот. Я вам рассказал, что я нашел такие вот, вот плюшки в данжах. Кстати, он что-то за такой яркий свет. По-моему, может, сундук какой-то. Так, это сильно долго. Но назад я дерево свое верну. Я не хочу его оставлять там всяким эндерменом и так и прочее. Что это за свет такой? Неинтересно. Так. Ой-ой-ой, скелет, 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 крипер, я горю. А что за херня, чё я горю? А, во, всё, норма. Так, что здесь? Здесь у нас ничего. Пошлите куда-нибудь. Вон туда, блин, блин. Я сейчас умру. Во, он еще и босс, отлично. Пошел вон, с них плюшки всякие выпадают в виде сердечек. Паук. Пошел вон. О, лук еще выпал. Ничего себе. Из паука выпал лук. Ага, прикольно. Так, еще зомби. Зомбяк. Зомбяк пошел вон. Зомби, что ты не агришься на скелета? Он тебя тут прессанул, а ты на него не агришься. Так, тише, тише будь. Аккуратней. Аккуратней. Воу. Полегче, парень. Парень, полегче. А! Меня убили. Да. Как всегда. Давайте телепортируемся туда, чтобы было быстрее. Латис дед. Латис дед. Ой! Что здесь произошло-то? Оу! Тут зомби-босс. Походу. Да, сам себя, который подпалил. Воу-в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 оу. Полегче, парень. Парень, полегче. Меня зомби подпалил. Так, пошел вон, пошел вон. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У меня есть стрелы. У меня есть стрелы. Я непобедимый. Я непобедимый. Я непобедимый. И у меня сейчас закончатся стрелы. Меня убьют. Да, меня убили. Так, кстати, я не вылаживал этот меч. Да, я не вылаживал этот меч. Почему-то я его У меня зачаренный лук выпал. Телепортироваться в жопу. Так, давайте включим вот так. И где? Где зомби? О, с него мешочек выпал какой-то. Я не знаю, что это такое. Дождь я выключил опять, потому что он меня бесит. А, и вон там зомби, я вижу. Да. Вот он, в золотой броне. Так, тише. Тише будь. Ну и, кстати, а на что мне лук? Сила 1! Отлично! Просто шикарно. Давайте еще вот этого вот дерева добудем. Вот, который здесь такое большое-большое. Это из Таункрафта, по-моему. Да, из Таункрафта. Ну, зомби тут был очень мощный. Согласитесь, народ. Зомби был очень мощный, я его еле-еле то не убил, наверное. Он сгорел. Вау. Так, вот оно, это дерево из Таункрафта. Походу. Оно, да, оно. Так,
И давайте еще вот это добудем. Дерево. Тарарарарарарай. Так, все, отлично, идеально, просто шикарно. У нас туева куча дерева. Интересно, его можно переделать доски? Отлично, еще его и в доски можно переделать. Воу, это просто шикарно. Так, и у меня уже нету места. Вот костную муку можно в пыль переделать. Вот так. И у меня уже нету места. Отлично. Ну все, на этом мы закончим, народ. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.